Ситуация с обеспечением жителей Вуктыла теплом и горячей водой стабилизирована. Сегодня, 2 марта, в городском округе с рабочей поездкой побывал Владимир Уйба. Под его председательством состоялось оперативное рабочее совещание по вопросам теплоснабжения города. Глава республики Коми осмотрел состояние городской котельной и посетил социальные учреждения Вуктыла. Сразу хочу сказать, что действительно вот это снижение температуры в домах были на пике низких температур наружного воздуха. Действительно, в тот момент котельная дала сбой, не справилась вот с этим пиком наружных низких температур отрицательных. Сегодня ситуация под контролем, она абсолютно понятная. Совещание состоялось с участием помощника полномочного представителя президента России в СЗФО Андрея Бурлакова, начальника контрольного департамента аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Бибенина, главного федерального инспектора по республике Коми Михаила Тырина, представителей министерств, ведомств, прокуратуры, следственного управления и Ростехнадзора. Участники заслушали информацию о прохождении отопительного сезона в период сильных морозов, возникших инцидентах и ходе их устранения. По словам директора ООО «Аквасервис» Бориса Жашкевича, ситуация с теплоснабжением в городе стабилизирована, температурный график соблюдается. Сейчас решается вопрос с обеспечением котельной и резервным источником электропитания. После завершения Владимир Уйба посетил социальные объекты, проверил температурный режим в помещениях. Глава республики Коми встретился с жительницей Вуктыла, которая жаловалась на холод в квартире. Сегодня батареи греют хорошо, комнатный термометр показывает 26 градусов Цельсия. Глава республики побывал в котельной, осмотрел котлы и теплообменники. Ситуация с обеспечением жителей теплом и горячей водой в Вуктыле стабилизирована. Могу точно сказать, что в новый сезон отопительный 2021-2022 мы выйдем точно совершенно с гарантией того, что какие бы низкие температуры ни были, мы обеспечим город горячей водой и достаточными температурами внутри помещений, как жилых, так и общественных зданий и детских дошкольных учреждений. У нас есть полное понимание, как действовать дальше. Я поручил правительству республики в течение ближайших 2 недель подготовить предложение по изменению действующей модели теплоснабжения Вуктыла, чтобы исключить подобные инциденты впредь. Прокомментировал итоги рабочей поездки Владимир Уйба.